Всем привет! Сегодня будем готовить слоеные мини-ушки. Для их приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 упаковка слоеного бездрожжевого теста 450 грамм, 70-80 грамм сахара, 50 грамм сливочного масла, 1 щепотка муки. Тесто необходимо разморозить при комнатной температуре. Рабочую поверхность присыпать мукой, выложить тесто и раскатать тонко в большой прямоугольник. Размягченное сливочное масло выложить на прямоугольник из теста и равномерно распределить по всей поверхности. Затем сверху посыпать все сахаром. Для любителей можно еще добавить корицу. Затем край теста подгибаем и начинаем скручивать в рулетик до середины нашего прямоугольника. Далее берем противоположный край и также скручиваем к середине. Там, где наши рулетики встретились, это место пальчиками скрепляем, то есть зажимаем пальцами рук. Затем нарезаем наш большой рулет на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Выкладываем наши ушки на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку. Температура 200 градусов на 20 минут до золотистой корочки. Ушки готовы. Если понравилось видео, ставьте лайк и пишите свои комментарии.